у нас зимний период начинается, как обычно, из года в год, десятилетиями, можно сказать, такое. Как начинается холодное время, ну, собственно, газ так выключают. Вот, ну что люди делают? Буржуйки, дрова собирают, пилят деревья на дрова. Как-то такое ощущение, как будто бы мы возвращаемся так вот к началу 20 века, когда люди там дырами это как там готовили, там на каких-то мангалах, на очагах готовили. Вот как будто мы туда возвращаемся, не вперед идем, а как будто бы назад. Осенью собрались несколько человек, аксакалов, пенсионеров, и отправились в Хакимят спрашивать, ну и как наш отопительный сезон будущий, что нас ожидает. А им там ответили вполне недвусмысленно, откровенно: запасайтесь дровами. И все. Вот, воды нет, воду таскаем. У нас дома даже нету раковины, крана, вообще такого нет. А они не нужны совершенно, сняли и все, чтобы место не занимало. Свет отключают. Сейчас вот не могу точно сказать, я вот уже сколько времени не дома. Но вот надо спросить у дочери, как они там. Опять отключают. 4-5 раз, да? Значит, мне рассчитывать нечего. Я со своей вот этой грелочкой там не согрею. Да, пока, дочь. Она говорит, что газ был маленький. Ну, бывает так, в течение дня раза два, ну, там примерно так, в обед и вечером, немножко прибавляют газ. А сейчас, говорит, вот ты у меня спросил, другой раз он и потух вовсе. Бывает так, что вот днем очень много всяких работ по дому. Я могу заниматься тем, чем я хочу, там почитать, пописать, только ночью. И вот в 12 часов выключается, но сейчас уже и раньше выключается. И от при свечке я не могу, ну, не получается у меня. И получается так, что за меня решают, когда мне, как жить. Вот по команде, по чьей-то команде мы живем. Вот в 12 часов свет выключили, спать ложитесь, больше нечего делать. Вот. И где-то что-то доказывать, по-моему, абсолютно бесполезно. Даже вот не знаю, что у нас хорошо функционирует. По-моему, ничего, вообще ничего.